Но мы сейчас посмотрим такой же аппарат, которому 10 лет. Дилеры в Германии смотрели наш аппарат, они были готовы закупать наше оборудование. Мы буквально вот уже на выходе поймали этот аппарат. А есть какие-то аналоги, например, немецкие, вот в таких именно аэраторах? Друзья, здравствуйте. Я в гостях компании «Салмо» у Николая Михайловича Дурковского. Николай Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо за приглашение. Николай Михайлович, это ихтиопатолог, рыбовод, кандидат биологических наук, основатель компании «Салмо», который занимается производством профессионального оборудования для рыбоводства. И это аэраторы. Что это еще, Николай Михайлович? Ну, это как раз мы подготовили к отгрузке аэратор повышенной мощности. Два двигателя на нем стоит. Используется для больших водоемов, обладает особенностью, что он направляет поток водовоздушной смеси в разные стороны. Очень удобен для водоемов, имеющих вытянутую форму. Но благодаря своей высокой производительности он активно используется в промышленности, в рыбоводстве. И еще одна у него есть интересная особенность. Он может работать с разным углом наклона каждого двигателя, поэтому очень функциональный прибор, очень эффективный, выпускаем много лет, и он пользуется хорошим спросом. Друзья, это сейчас упакованный, мы буквально вот уже на выходе поймали этот аппарат, сейчас его заберут уже, может быть, через несколько минут, через какое-то недолгое время, но мы сейчас посмотрим такой же аппарат, которому 10 лет, вот самое мясо, вот он уже и видно там изношенные винты. Мы сейчас перейдем, друзья. А этого товарища мы оставим. Он уже, конечно, выглядит так презентабельно, уже аккуратненький. Здесь и такая металлическая конструкция, кондовый вид. Но он, друзья, упакован, и мы его распаковывать не будем. Но покажем то, что произошло с ним за 10 лет эксплуатации на большом пруде. Пруд на несколько гектар, да, они используют на каких прудах? Ну, это большой пруд, порядка 100 гектар. Это озеро естественное, вытянутой формы, крупный водоем. Николай Михайлович, я так понимаю, что вот в этой части, вот это у нас этот же аппарат «Тандем», но тот, который использовался уже около 10 лет. Правильно? Да, это одна из первых моделей, которые мы начали выпускать. Здесь принцип тот же самый, что и в предыдущем аппарате, то есть это два двигателя, расположенные в разные стороны по одной оси, но изменена система крепления, изменены его установки, другие поплавки. Ну вот за 10 лет, смотрите, значит, ну видно, что аппарат не новый, значит, вот довольно сильно изношенные, просто видны следы эксплуатации, то есть нет такого блеска. Он может работать вот в том состоянии, которое он сейчас находится? Он пришел практически в рабочем состоянии. Вы менять будете? Нет. Это мы уже его подготовили. Все остается, да? Мы не стали менять, потому что по согласованию с заказчиком мы все обсуждаем. Проходит дефектовка, когда мы принимаем аппарат. Смотрим, что надо менять, что не надо. Ну, естественно, что человек старается заменять минимум того, что необходимо. В данном случае оказалось, что винты в хорошем состоянии. Характеристики мотора, которые мы проверяли по сопротивлению, по току, практически как у нового двигателя. И ремонт заключался в том, что мы заменили некоторые элементы культуры, пульте управления. Прозвонили кабель тоже оказался целым. Если, допустим, есть повреждения в кабеле, то мы можем не менять кабель, просто у нас есть технология сращивания кабеля, которая позволяет восстановить его необходимые характеристики для работы в воде. Ну, вот это, по сути дела, техническое обслуживание. Провели, аппарат готов и будет еще работать. То есть, я правильно понимаю, вот за 10 лет вы сейчас не меняли ни мотор, двигатель не меняли, винты не меняли. Только обслужили. Только обслужили пульт. Ну, мотор, в общем-то, он тоже не обслуживаемый, поэтому если все правильно эксплуатируется, то вообще здесь особенно ломаться нечему. Если правильный источник энергоснабжения, если напряжение номинальное, то эти аппараты очень долговечны. Ну, а он может 20 лет проработать? Вообще были случаи? Ну, вообще мы обозначили 8 лет, но такой вот реальный слот эксплуатации. Почему? Потому что все-таки очень жесткие условия. Зима, лед, грязная вода бывает, всякие, значит, погодные неприятности, катаклизмы.
Ну вот у нас много аппаратов работают больше 8 лет. 10 лет это, в общем-то, обычный нормальный срок. Если бы наша фирма работает около 15 лет, даже больше, наверное, сейчас уже затрудняюсь сказать. Если бы у нас были двигатели и вообще наше оборудование недостаточного качества, мы бы давно разорились. Поэтому мы сами заинтересованы в качестве изделия. Ну вот это один из примеров. Прибор отработал. Я так понимаю, что вот эта часть, это подводная, он на самом деле в перевернутом состоянии. Сейчас... Это поплывки, друзья, это верхняя часть, которая на воде плавает. Да, сейчас это под ногами. Под водой, да, вверх ногами. Да, да. Причем интересно, что он может переворачиваться и работать в режиме фонтана. То есть это может быть два фонтана направлены вертикально вверх, они могут быть направлены в разные стороны. Один может работать вертикально, другой под каким-то углом, один может быть вверх, другой вниз. То есть есть очень большие возможности в установке режимов аэрации водоема. Иногда требуется перемешивание. В некоторых случаях тоже только надо создать поток воды, верхний слой воды сдвинуть. Но необходимо размыть лед, необходимо аэрировать садки. Вот в разных случаях разные режимы настройки, разные углы наклона выбираются. Но еще я хочу сказать, и у этого аппарата есть брат-близнец, называется поток дуплекс. На нем такие же двигатели, такие же моторные модули, но двигатели установлены параллельно друг другу. И они тоже предназначены для больших водоемов, большой площади. Там также имеется регулировка в разных углах уже по горизонтали. То есть они не только по вертикали могут регулироваться, но и по горизонтали. А есть какие-то аналоги, например, немецкие вот таких именно аэраторов? Нет, двухмоторных, по крайней мере, вот то, что я так вот вообще доступно в интернете, в литературе, вот двухмоторных практически вот такого класса нет нигде. А у вас какие страны закупают продукты? Ну, у нас в основном СНГ. Значит, попытки были, мы пытались в Германии продавать, но там возникли сложности с документами, с оформлением, потом по ценам там не очень все это, очень большие наценки. Поэтому дилеры в Германии смотрели наш аппарат, они были готовы закупать наше оборудование, но меня не устроили те условия, которые они предложили. А так вообще мы поставляем Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Молдавия. Да, так что сейчас у нас надо смотреть. Практически вот большинство стран соседних мы отправляем оборудование. Нельзя сказать, что это там главное направление наших поставок, но они вносят достаточно серьезный вклад в объем в этом. Да, хорошо, спасибо. Всем прощаюсь, строим пруды правильно. Я традиционно, друзья, желаю всем добра.